поговорим о профессиях. Я хотела бы военным доктором стать, потому что у меня, у моего дедули ножки болят, а я его хочу полечить. Я дегустатором. Это кто дегустирует все сладости или продукты, потому что я люблю сладкое. Я хочу стать полицейским, пожарным и военным. Это военные, которые защищают нашу родину. У них тоже командир есть. На папе, папа на работе, но у него тоже командир есть. Они меняют оружие и патроны. Папа только ПТР есть и какой-то там грузовик. А танка тоже, только у них танков нет. Пожарный. Тушит пожар, чтобы спасать людей. У них есть пожарная машина, и они приезжают на них. Звонить пожарно 01. Я знаю полицейскую. Смотрит, чтобы в городе был порядок. Это останавливают машины, потому что они быстро ездят. У него есть полицейская машина и свисток. Я знаю таксиста. Я знаю автобуса. Зубной. Зубная фея приносит подарки, а зубной лечит зубки. Продавачий. Он продает разные фрукты и овощи. И одежду может. Кондитер создает вкусняшки, мороженки.